Там осторожно летает дурачок в зале с Фениксом. Здорово. Привет. Здрасте, меня суманут? Сука, сумонили всех 10 тысяч раз, нахуй, заебали вы. Ёбаный рот. Вы уже сумонили, да? Дрочите там, стоите, сука, АФК. Лок в инсте есть? Да, уже шкаф ставит. Вот шкаф ставит. Только попробуйте сейчас не принять сумон. РТ, блядь, стоит на 19:00, надо прийти и присунуть в рейд, а не сидеть дрочить. Во-первых, нужен фулл рейд. Нужен фулл рейд, рейд уже и так фулл. Нужен. Рейд фулл. Будет прям лично суманул меня. Гуляйте, трэш. Центурион отводить, он крутит вихрь. Надо от него отходить. Маленький. Ты воскресишься, спекайся, кто не пал. Все покидайте тело, кто ФК ГП получит. В начало инста пошли мобы. Заходите, лэнс бафайтесь. Ну, блять. Хуять. Заходите в инст.
бафайтесь тут. Пятая пати, все в хилов. Покидай тело, Алиса, заходи в инст. Быстрее. Ты тут? Вот идут мобы, идут прямо к входу в инст, на мосу. Надо их сагрить. Танк Ромбик сагрил, стоит, танчит. Хильте его. Хильте танка кружок. Необходимо наносить дамаг по мобам, чтобы они умирали. Все покинули тело и побежали в начале инста. В рейдж лаунже, Ваня. Назад вернитесь. Чтобы такого говна не было, три танка будьте повнимательнее, хилы тоже будьте повнимательнее, и ДДшники не агрите лишних мобов. Танки отводите мобов, которых агрите из кучи, чтобы ДДшники, когда побежали бить мобов, не сагрили еще 5000 мобов. Давайте агрите мобов. Центурион крутит вихрь, нужно от него отходить. Отведи мобов подальше, чтобы тех не сагрили дальних. Вот, отлично. Идите от вихря. Да, и привет. Там два центуриона, они крутят вихрь. Не стойте там, милики. Давайте, милики, сыграйте по черепу. ДДшники бейте вон боевого мага, но тоже череп. После черепа мага сыграем.
только одну пачку, отойдите все назад. Только одну пачку, не две, то подохните опять. Вот рыцаря вытяните дальше, центуриона там оставьте. Вот и мага тоже. Давайте кого-то. Крест или череп. Крест с черепом просто бьем вместе. Точку в одну поставьте. РТДшники, видите. Велики только когда нет вихря. Не сагрите, сука. Блять, Шреддер, сука, ты прыгаешь зачем так, блять, чтоб мобов агрить? Пизда, блять, ты понимаешь, что ты делаешь хоть? Отойдите от центурионов, там еще центурион есть. Вот в рейде центурион, добейте его. Потом играем по магу, череп, крестик рядом. Нахуя ты так прыгаешь, ты видишь могу рядом, блять. Ну что? Ты спальте с нами, пожалуйста. Два слота надо найти где-то. Ну, Вибимба придет. Типа, блядь, он в пробках ща. Вихрь, не подходите. Вот, теперь бейте. Так, тут в комнате есть мобы. Давайте пойдем вот сюда. Какие-то кровостаражи, хер пойми. Инквизиторы. Просто центуриона в рейд не заводите. Он крутит вихрь и всех ваншоты. И еще какой-то. Че он кровостраж маршал. Да похуй. Он тоже крутит. Вот. Корни им дать. Танки держите их там, где они стоят, остальных мобов пиздим. Рыцарь, хуицарь, вот этого дурака убиваем. Луну бьем. Вот этих пидоров. Чё он там спрашивает? Метки дальше ставить не буду, так же делайте, как с этой пачкой. Пошли. Вот, стоите, дрочите. Вокруг скат вас. Вы что, блядь, не видите вихрь? Да, вот ты резнулся. Бежать полчаса сейчас будешь. И пока бежишь, подумай, что надо смотреть на моба, который крутит вихрь.
кастом трёт. Начался каст и бежал. А не стоять на 1, 2, 3 смотреть. Спал, пожалуйста. Центриона, не отпускайте время. В ДТД можете вообще по Центриону играть. Подходите там вихрь. Ну, блядь, я хуй знает, вы что, дрочите, что ли, я не понимаю. Самурийский и микстурка, два живых танка, не уроните. Еще инквизитора, забери крыцарю, а кровостража обратно. Блядь. Блядь. Забери инквизитора. Вот, разведите. РДД по Центуриону.
Че, он там тит или что? Я не понимаю, я не вижу. Да как обычно, нахуй. Мокрус, ты тут? Ставьте шкаф. Достаю слишком далеко. Че, он паладином идет? Шансон? Ну, паладином плюсанул. Где глава бычка? Пиздец. Ой, ну зад зашел. Четвертая ката. Эльтас. Так, ты пока это самое. Один момент. Вары, те, которые ДДшники, лук тоже одеваете, он нихуёво дает по статам. Ну сравни со своей металкой. Там 300, блядь, апа. Ну я морфу уже сказал. А можно, типа, два одеть, или...
все правильно. Звезда вторая, третья. Да, да, да. Вот, да, не забывайте отводить так же самое. Слишком далеко. Войд сложно будет заводить, потому что он будет стоять и кастовать всякую хуйню на месте. Кель, если что. Поэтому водить его будет сложновато. Войд, Келя лучше с платформы не уводить. Бывает, выйдется вне платформы. У кого это ничего из этих мобов?
есть проблема, нам тогда ДПС не хватало пробить яйцо. Если вы все будете живы и не сдохнете на первых фазах, то мы это все зальется. Мне кажется, там 2 ляма. У яйца столько же, как и у птенца. ДБМ, возможно, пишут. Но там, походу, секунд 15-10, это максимум. А у него нету фазы, когда он всех своих корешей резает? Рыбу кушайте. Сопрот или фласки какие-нибудь. Вот здесь только танком нужен. А ты сказал про... Который келя танчит. Летать там что-то надо на пятой фазе? Или я не услышал? Надо бы дойти для начала. Там все просто. Вас будет просто подкидывать, и надо будет летать. Все. А царь еще АФК? Присел. А что, Мидвей там интернет сделал? Так в 23 нам не хватит ДПС. Вот. Так а чё, вайпаться просто так? Царь тут. Ой, фаску надо побыстро, бля, чё ты проебал, что у меня нет. Да я думал, что не есть, мне сюда запасные были. Кричите на хоробу. Чё на меня, блять, побежал? Да в жопе стояла. Да хоть в Долоране, похуй.
скидывают. Вашими советниками. Но перед мощью кровавого молота не устоит никто. Узрите лорда Сангвинара. Кровь за кровь. Надо довести так, чтобы он не хилил звезду. Там раньше у него большой, и он хил, типа. Вот, типа, вот там, да. Пролилайт или какую-то шляпу. У него щит, типа, он холипал. Да, видишь, у него как у холика надето. Нет, он иногда кастует. Мы когда пошли разбили, я видел, что он какую-то хилку кастовал, 100%. У него щит танков. Ты думаешь про того пала не кастует? Турбо сальво. Я дал уже у него. Весь рейнджер ДД накидает метку, все, кто рядом, пизды получит. Если что, он не таунтится. Нет. Оружие. Инженер оружия. Неплохо. Теперь вы можете потягаться с моим главным инженером, Телоникусом. Если что, он кастует бомбу. Тут труп ездит. Как видите, оружия у меня предостаточно. Отлично, топор забрал он. Потому что Чопс бьет сокрушителя какого-то хера топор, блядь. Какого хера там милик делает? Ну ты тактику объяснял ему, он здесь не был. Ну. Так как, блядь, агро нахуй как? Топор влетел нахуй с вихрем в 7 мили рейд. Голову в диван дали на шарпе, он сейчас запустит босса, как выйдет из дивана. Труп ползает. Нормально. Возможно, я недооценил вас. Было бы несправедливо заставлять вас драться с четырьмя советниками сразу, но...
Мои люди тоже никогда не знали справедливости. Я лишь возвращаю долг. Да не, народ, блядь, не ходит на допросы. Просто надо было не бить секунд 20, чтобы их нормально свели. А все ворвались и сдохли. Почему тут нормально свели? Он ушел нахуй в миллизону, блядь. Даже его никто не трогал, блядь. Знаешь, если бы я дал Старфол, я бы сдох. Значит, во-первых, по фазе оружия действительно не стоит дамажить сразу, пока мы напулим. Ну, хули толку с того напула. Два напула, блядь, они все равно ушли. Плюс на топор кидается дизарм. Морф попробовал, кидается дизарм. У нас сколько? 5 варов в рейде, 2 роги. Это 70 секунд, он не наносит. Ну, во-первых, пусть не бьют милики сразу, не врываются, блядь, как это самое, как стартанет оружие. Дайте... Пан, ты чё сломался? 25 тысяч. Чапай, чё? Чапай, осталось. Войт, давай сделаем проще. Лук с топором я легко заберу. Пусть не взрывает труп, буквально 3 секунды. А два танка будут на других оружиях. И никто не упадет. Так, стоп. Я... В смысле? Я не про это. Я все понял. Добро пожаловать в будущее. Очень жаль, но вы не сможете ничего изменить. Теперь меня никто не... Подзавис. Слама ошалянула. Эту способность. Впечатляет. Посмотрим, хватит ли у вас смелости выступить против Светокрада Таладрада. Ты сказал, кто когда у кого потом танчит?
На четверку. Страх. Агро не так. Там, когда всех реснет, вроде милики бьют этого лорда ебаного, а РДДшники заливают чувиху. Когда всех реснет, того, кто бегает, надо первого заливать. Это понятно, я про потом. Да что вы творите? Не турбо, а Джованни срывает. Я подойти не могу теперь. У него уже КДН. Шансун, уход в тень, блядь. Уже жал. Тут вообще огромный. Ой, блядь. Сука, у вас, блядь, руки чешутся, да, на клавиатуре? Понажимать что-нибудь. Да, она поползла. Босс, у тебя пиздец. Mass dispel. Посох. Посох не хочет уходить. Тяните декан. Mass dispel. Mass dispel. Помните посох, я встала так, чтобы он нормально просто. Милик и пусть лук бьет. Нужно просто дизармы дать нам. Я к тёлке побежал. Со мной один хил. Где тёлка? Где, блядь, сворд? А где баба? Андрей валяется. Третья фаза. Было бы несправедливо заставлять вас драться с четырьмя советами. Thank you.
не прожимает. Не бегите, блядь, к звезде. Джованни, отходи от него, от этой дуры. Как я отойду, если я был в дизайне? Не надо было подходить. Почему ты пана ФКшишь? Где босс, главное? Процентов. А он не прожимается. Ну вот так, не он нажимает, не прожимается. Слышь, проверь, ГП там прожимается? Турбо, нажми инвиз. Да, добивайте. Нормально. Стурка, иди лови. Я все вижу. Сомалийский, лови этих птенцов, если что. Меня прохиливать, а я босса бью. Служи ушли. Служи ушли на. Я в контроле. Роги пробуйте бить. Может пофиксили даже. Шляпу. Да хуйню он дамажит. Он не таунтится, да они все своих убивают, на. Он не таунтится, ребят. Нет. Поэтому под него надо стопать. Могу набрать. Ну, бьет. Бьет аурой по 2000. Да, 13% у них. Подчинение 30 секунд, это, блин, это бред. Глянь, меня как танка подчиняет, все. Это борода. Здесь у нас было минус 5, поэтому выбор, блять, уменьшился на 5 человек. Вот и все. Были бы все сейчас, живые. Сейчас обрати внимание, 2 танка в контроле. 2. Плюс даггер не снимает эту хуйню. Я пробовал тыкать микстуру. Блять, запустился босс.
зависимость возникла после... Что, уебать скиллом? Я уебал. Не снимает он. Очень жаль, но вы не сможете ничего изменить. Ой, 30 секунд потеряно, хоть 5 человек. Самолетки есть, кидай бабл на меня. Не бабл, а это. Впечатляет. Посмотрим, хватит ли у вас смелости выступить против Светокрада там. Бокрус, иди умирай. А еще Феникс откидывает, и мне кажется, он... А он уже запустился. Уже запустился, по-моему, босс. А попробуйте посохи не прожимать. Может, из-за посохов нельзя снять подчинение? Ну, контроль 30 секунд не снимается. Вообще должен одним-двумя ударами даггеров сниматься. Не, Виби, посох прожимается, но я не знаю, как он работает, но баф висит на некоторых людях. Нужно больше ярости. Третья фаза нелегко проходит. Я миликом корни дал, одного вихрь пустил, Виби зафирял, там в принципе все просто. Вопрос, почему баба риснулась в центре? Значит, ее тогда не надо уводить, потому что она будет всегда в центре резаться. Да бах, новый после патч. Она уже два трая так скользит. Пушки, оденьте свои. Давай я ее буду чуть-чуть за боссом танчить, короче, бабу, да и все. Это без разницы, главное, чтобы это не рейндж был, когда она эту хрень кинет воспламенение на кого-то, чтобы рядом никто не стоял. Да, это главное, лужи, блядь, не проебитесь. На... Там лужи еще на четвертой фазе появляются. А больше приколюх, типа лужи нету? Пока лужи и бомбы. Сейчас вот ебанулись люди на бомбе и на лужах. А это просто два вара рака.